пережил 3 месяца зимы, получи 4-й в подарок. Похоже, финал апреля даст тюменцам повод для шуток, правда, не очень веселых. Ведь совсем не смешно за пару дней до мая видеть на термометрах цифру со знаком минус. И цифру эту лучше не произносить вслух, ведь понедельник и без того считается самым трудным днем недели. Даже отъявленным оптимистам будет непросто сохранять присутствие духа и отважно идти навстречу пронизывающему северному ветру, который собирается дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Такой запросто может вырвать из рук зонтик. Впрочем, зачем нам зонт, если синоптики обещают снег? В общем, берегите здоровье и одевайтесь по погоде.